Всем доброго времени суток, с вами Данила. Сегодня у нас будет такой конструктор а-ля юный светотехник, или какие должны быть торшеры у светотехников. Значит, из чего он у нас состоит? Закладная часть, также стойка, сделана из куска трубы диаметром 76 мм, стальной пластины такого вот размера, 30 на 60 сантиметров. То есть это все делалось самостоятельно. Вот, внутри там есть на всякий случай отверстие, чтобы там мусор всякий не скапливался. Вот, резиновая подложка, которая у нас лежит на месте установки, во избежание того, чтобы пол не поцарапался. Также у нас имеется сама вот эта стойка, труба, которая будет играть роль опоры. То будет у нас вот так вот туда внутрь вставляться. Сюда у нас будет устанавливаться кронштейн, фиксируется все болтами, естественно. Вот. Имеется прорезь для кабельной линии. Также кронштейн на два светильника светодиодных. Изготовлен по спецзаказу из других бэушных кронштейнов, оцинкованных, то есть это все дело из оцинкованной стали сделано. Вот он у нас покрашен уже тоже краской темно-серой 7037. Также у нас есть два светильника светодиодных. Правда, они бэушные, и в силу коррозии надо было их частично покрасить. Но это не страшно, вот. Галат волна мини лет 35, ШБ2У50, РАЛ 7037, температура 2700-1800 Кельвин. То есть они мощностью 35 Вт, два светильника, но один светильник, вот этот, он у нас после ремонта. В нем перегорал блок питания, и там стоит немного другая схема, поэтому у нас будет мерцать и светить чуть-чуть слабее. Поэтому вот этот светильник у нас будет висеть на верхнем кронштейне, он у нас уже заведенным проводом. А я светильник мы подготовим чуть позже и покажем, как вам это надо делать. Так, запитываться будет у нас вот отсюда. У нас вот этот вот пускач идет, питает линию на вот этот приставной светильник. Я вот даже сейчас отключу чисто группу. Вот. Чтобы пускач не долбить. Вот здесь, то есть оно у нас идет пока что одной линии. Идет вот в этот клемник. Вот. То есть, да, вот такие бирки лучше из скотча не делать, это все временные. Хотя, да, есть такая поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временные, но у меня это дело, все дело скоро заменится. Здесь, значит, поставлю перемычку сейчас из жесткого кабеля на вот этот пустой клемник. И отсюда мы выведем ПВС на вот эту шину, провод. И у нас будет выходить как раз в районе вот этой стойки. Вот, я установил перемычку. Подключил сюда ПВС, который у нас на торшер пойдет. Да, тут без синей изоленты никуда. Вот. Это у нас, кстати, на уличное освещение. Ну, тут стандартная схема. Питание у нас с автомата вот этого крайнего идет сюда, в клемник. Отсюда оно у нас потом идет через эту линию на фотореле. С реле оно у нас идет сюда на пускач. С пускача, собственно, оно идет в ноль. Перемычка идет сюда уже с пускача. Уже на контактную группу идет через автоматы. Собственно, от этого автомата у нас два диода по 40 Вт питаются. С лицевой стороны от этого автомата у нас питается ЛПБшный светильник 10 Вт люминесцентный и диод 40 Вт. Вот. То есть 4 и 2 ампера соответственно. Но это, естественно, для дневного включения, которое дублирует фотореле, чтобы обслуживать можно было в случае чего. Здесь таким вот жгутом сделано, конечно, оно, но лучше, чем никак. Все более-менее нормально. Вот, ну сейчас я его буду укладывать ПВС по вот этому коробу. Или где-то здесь ориентировочно я его выведу. Вот. Ну и сюда будем укладывать груз. Ну вот, я установил закладную часть, стойку, вывел провод питания, который у нас будет, он уже под напряжением. Положил груз. И помогать сборке нам будет Анечка. Пертель. Да, ссылку на ее инстаграм я оставлю в описании под видео. Значит, смотри, Аня, что тебе нужно. Бери стойку. Угу. Совывай ее вот сюда. Есть? Есть. Бери теперь вот гаечный ключик, хотя... Не-не-не, как раз с винтиками туда. Туда. Потому что будет дырочка, да. Угу, да. Я вот. Понял. Тебя даже сам закручу. Давай. Главное, чтобы не так ровно было. Да, вроде попал. Да? Вот не страшно. Затягиваем.
чтобы это все дело у нас стояло. Все проверяем надежность. Вон, все, оно спокойно выдерживает. Сейчас взять кронштейн, вот этот двойной. Только когда будешь ставить, смотри, чтобы он по потолку не ударил. Справишься? Да, надеюсь. Да, не разбей ничего. Вот. Это не... Поворачивай туда его, наверное. Хотя можно и так. Тихонько-тихонько. Давай-давай. Давай-давай. Хватает. Нормально. У меня мама маленькая родила. В потолок упирается. Подожди, подожди. Там что-то не пролезает. Дерни на себя это столб. Точнее, вот эту фигню на себя дерни. Да, если бы она получилась. А. Так. Второй болтик. Ну все, уже там нормально. Да, ты его так не открутишь. Немного я его недооткрутил, недоослабил. Нижний, мне кажется. Не-а. Потому что я его обрезал труборезом кронштейн. Да, можешь не давить, он под своим весом сейчас упадет. Я наоборот держу. Вот, все, чтобы стало. Он не упал очень громко. Вот так оно у нас смотрится. Вот, в принципе, можно его тоже будет в случае чего повернуть куда-нибудь. Можно Анечку на фоне заснять. Вот. Развернем мы его пока, думаю, вот сюда. Здесь оно у нас падать не будет. Не должно. Не упадет. В случае чего груз всегда можно добавить. Все, затягиваем. Пока притянем, чтобы оно у нас никуда не уезжала. Вот. Сейчас Анечка у нас будет заряжать вот этот светильник проводом. Только смотри сзади себя. Не будет страшно. Не будет страшно. Вот есть три винтика на крышке. Откручиваем раз. Откручиваем два. Откручиваем три. Открываем. У нас она висит на таком тросике страховочном. Вот у нас тут кишки. Этот светильник у нас с ремонта, поэтому здесь немного не заводская схема. Вот. Твоя задача, вот есть провод. Засунь его через эту штучку. Вот сюда. Не, сначала сюда. Вот хотя сюда. Можно и там, конечно, да, но удобнее будет сразу в это засунуть, а второй конец уже засунь вовнутрь. Вот через эту пластмасску продеваю его. Вот так? Да, да, да. Угу. Не пугай. Да, да, просовывай, просовывай. Угу. Все, больше не идет. Сейчас пройдет. Да. Все, все, все. Угу. Сесть сюда. Все. Фазный провод сюда. Не попало. Вот и все. Сидит, проверяем надежность. Убираем все это туда. Тянем, тут даже запас большой у нас вышел. Так вот. Теперь. Да. Бери вот этот конец, просовывай его в эту дырочку. Да. А там он у тебя должен выйти. Угу. Да, пальчиками лови его там, если что. Все, и вытягивай его. Но он запутался, распутывай я его. Надеюсь, я его там не порву. Его сложно порвать. Это хорошо. Видел случай, когда этим проводом привязывали провода СИП на опорах. Я думала, видел случай, когда таким проводом кого-то задушили. Такое тоже бывает, кстати. Да. Размотай петлю все это. Сейчас все равно замотается. Да. Сложные. Да не особо. Последний момент.
Протяжки провода. Вот видите, с этим заданием даже девушка справляется спокойно. Так, ну и теперь крышку поставить на место. Единственное, надо следить, чтобы этот тросик там нигде не зажимал. Потому что бывает такое, что зажимает его где-нибудь там в прокладке. И все. Винтики там. Да, там нормально, сейчас поправим его. Ну, закручиваем винтики. Аккуратно, не бейся. Я дерусь с лестницей просто. Это нормально. Так, вот, все, светильник у нас заряжен. Вот этот светильник с наклейкой у нас будет снизу стоять, на нижнем кронштейне. Он чуть-чуть послабее, потому что у нас... Готовим сразу, чтобы он у нас налез. Теперь... Сейчас Анечка у нас будет монтажницей высотницей, да. Как раз нижний... С нижнего? Как хочешь. Хотя лучше, конечно, с верхнего. Лучше, мне кажется, да. Потому что... Сначала верхний. Бери этот провод, пихай его в трубу верхнюю. Так. Хватай светильник. Сможешь там его дальше досунуть? Да не, он прошел. Чуть-чуть на себя потяни его. Я тебе скажу, когда остановиться. Тяни, тяни, тяни. Стоп. Чуть-чуть вниз. Стой. Все, держи. Вот он. Приколюшка с торшерами. Чуть-чуть его опять на себя потяни. Еще чуть-чуть. Не-не-не-не-не. Все, 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 ничего не делай. Все. Пихай. Пихай, пихай. Все, пихай. Тихонечко, не спеша. Одевай. Повыше подними край светильника. Пытаюсь. Болтик нижний открути немного, наверное. Не до конца. Да, вот так. Угу. Вот. Есть. Все, теперь бери гаечный ключ, выровняй его немного, чтобы он ровно висел. Я не понимаю, как это ровно. Сверху, знаешь, особо видно. По часовой стрелке вот чуть-чуть проверни светильник. Так, по часовой ты сюда. Да, 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 да. Еще чуть-чуть. Очень сложные задачи. Теперь против часовой немного. Ты слишком сильно. Вот, да, он сейчас ровно встал у нас. Собрать светильник не так сложно, как понять по часовой стрелке. Это куда? Ну да. Есть такое. Мне кажется, что он не крутится. Он крутится. Ты его пальцами крути до тех пор, пока он туго не перестанет идти. Наживи их, а потом ключом крути. Ага. Можете чайку себе пока заварить. Печенюшки достать. Печенюшки я сейчас кушал. Ну это ты. Да. Да, подписчики. Ты о подписчиках подумал? Подписчики и так и кушают постоянно. Ну что же еще делать, пока смотришь видосы? Ну да. Там сильно-сильно не затягивай. Все. Да все, тот уже может не затягивать. Все. Можешь не спускаться, я тебе уже провод подам. Я чуть-чуть пониже спущусь. Да. С небес на землю. То же самое, только с этим. Еще бы попасть. Теперь тоже контролируем. Так, осторожно, ты лучше подай мне лампу. Светильник. Хватай. Ага, не упади. Перевес.
Мне большой привет. Ага, на себя. Теперь опять чуть-чуть на меня. Все, держи его. Да, там просто он прилетает через дырку. Тихонько 1 сантиметр на себя потяни. На себя. Ага, держи. Все. Тяни. Распутай узелочек там. Угу. Сейчас, сейчас. Давай. Во. Это было громко. Нормально. Ты вроде же попала сначала. Куда ты убежал? Нормально оно встало там уже. Нет, сначала он меня сбежать решил. Ну нет, родная, никуда от меня не денешься. Ну да, есть такое. От ее коварных рук еще ничто не уходило. Посмотри в камеру. Она. Да. Сбежал. Я прям увлеклась за этим процессом. За кучивание винтиков. Болтиков. Болтиков, простите. Да пофиг. Горошком назови, как говорится. Так. И все. Надеюсь, она не упадет. Не упадет. Проверяем, конечно. О, аргументы, правда, весомые. Всегда есть рельс, который спасает ситуацию. Поворачиваем и закручиваем. Ты его сейчас не повернешь. Да? Я его затянул. А все? Сейчас. Хотя можем, конечно, и повернуть его. А надо? Если нам, конечно, люстра даст светильник. Пас. Кровать это все равно скоро поменяется, поэтому тут не страшно будет. Пока что это будет замечательный ночник. Немножко светить, да. Вот так вот. Без ножика мы все равно сделать сможем. Земление здесь нам не нужно. Мы его берем. То же самое делаем с вторым проводом. Если у нас изоляция немного дубовая вышла, но электрики. Мы электрики люди не такое видели. Дело у нас все равно поддается. Кисло. Не тянется. Просто провод другой. Ну, вот так. Немного его. И все, теперь сажаем все это дело сюда. Сначала 0. Даже у нас линии под напряжением. Сначала нулевые провода отцепляем. Теперь фазы. Один есть. Ого! Заработала! Всегда будет работать. Чуть попозже это торчащее. В Москве всегда такое практикуется, что порядок наводится после монтажа. Вот, мусор. Мусор нам не нужен. Оно теперь светит. Да, оно у нас теперь работает. Стремянка нам тоже уже не нужна. И вот. 20 минут. Да, 20 минут. Анечка у нас все сделала. Ну как, Анечка? Ну, почти.
А так, по факту, ничего сложного в такой конструкции нету. Вот. Тут всякие есть киевские копии уличных фонарей. А я вам хочу показать, что да, что светильники абсолютно настоящие. Они стояли раньше даже ориентировочно на Таганской улице. Взято со склада. Вот кронштейн изготовлен тоже из других кронштейнов, сварен, покрашено все это дело. Стойка тоже из оцинкованной трубы. Вот. Вполне нормально. С вами был Данила и Анна. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, колокольчики. В общем, все это. И до новых встреч.